жрать не ушевелиться. Тирасполь, ЖД вокзал. Террористы захватили вагон с пассажирами. Угрожают расправой. За дело берется спецназ. Были созданы определенные группы, группы захвата, группы прикрытия, группы применения спецсредств, снайперские группы. Все те группы, которые необходимы для выполнения поставленной задачи. Поводов для беспокойства нет. Захват учебный. Так тренируются бойцы спецотряда быстрого реагирования «Днестр». Условия, приближенные к реальным. По железнодорожному вагону это у нас занятие впервые, так как ранее у нас не было, скажем так, учебно-материальной базы. Благодаря руководству МВД у нас появился вагон на постоянной основе. Мы всегда делаем, ставим ставку на сложность, чтобы если когда-то, если придется отрабатывать в этом варианте, либо в других, мы к этому будем готовы. И вот спецназ на позициях, вагон окружили. Террористы ничего не подозревают. В этом применении подразделения самое главное скорость, чтобы не дать противнику совершить свой умысел. То есть у нас есть буквально 3-4 секунды для того, чтобы проникнуть, обезвредить преступников. Преступников задержали, заложников освободили. Работу спецназа оценил министр внутренних дел. Каждый из вас видно, что готовился, постоянно работает над повышением своего мастерства. Я уверен, что каждый из вас сможет достойно, с честью выполнить любую поставленную задачу. Тренировки регулярные. И не только на таких учебных операциях. Все навыки каждый день оттачивают в расположении.